Ну, если пожилого человека, прокуратура против ям на дорогах. И как будем праздновать Курбан-Байрам? Об этом и не только прямо сейчас. Это Нижнекамские новости, в студии Александр Комаров. Здравствуйте. 24-летний наехал на 74-летнего накануне вечером на улице Юности. Водитель автомобиля Deo Nexia совершил наезд на пенсионера. Мужчина переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. Полученные травмы, закрытый перелом левого бедра, ушибленная рана левого виска и грудной клетки. Всего за прошедшие сутки в Нижнекамске произошло 45 ДТП с материальным ущербом. Ровные дороги через суд. Прокуратура потребовала от исполкома заделать большие ямы на дорогах по требованиям ГОСТа, и они не должны превышать по длине 15 сантиметров, ширине 60 сантиметров и глубине 5 сантиметров. Правила содержания дорог нарушены на дороге Валань, на внутриквартальных проездах 36-го микрорайона и напротив школы номер 19. Ямы на этих участках далеки от требования ГОСТа. Бездомный ищет приют. Мужчина без определенного места жительства провел в больнице больше месяца. Туда он попал из-за заражения ног. Скорую вызвала неравнодушная женщина. Из больницы мужчину забрала она же. Она просит социальные службы откликнуться и определить бездомного в приют. Мужчина имеет желание реабилитироваться и начать новую жизнь. К тому же у него есть сын, родной брат. Но в городе они или нет, мужчина не знает. Подробности этой истории смотрите в вечернем выпуске новостей в 18:30. В эти выходные мусульмане всего мира будут праздновать праздник жертвоприношения Курбан-Байрам. В честь этого в центральной мечети города пройдет праздничное мероприятие. Уже известно, что поставщики привезут около 800 баранов и 20 коров. Я хочу пригласить всех наших горожан, дорогих, на этот праздник Курбан-Байрам. Аллах Бирса, в 7 часов утра у нас начнется праздничная проповедь. И после проповеди в 8:00 у нас состоится праздничный намаз, и после намаза мы уже приступим к обряду жертвоприношения. Мы будем накрывать и столы, и торговля будет. Желающие могут и чай приобрести, и угощение. Скандинавский циклон значительно ухудшит погоду в Татарстане. По сообщению синоптиков Гидрометцентра Республики, температура днем может составлять от 3 до 8 градусов. Не исключены осадки в виде дождя. Как проводит День гражданской обороны? Что это за конкурс «Автобабай» и «Нефтехимики против Салавата»? Итоги матча. Смотрите нас через 2 часа. Оставайтесь с нами и будете в курсе всего, что происходит в городе. До встречи.